500 долларов должны были помочь стать гражданином России уроженцу Армении. Взятку зелеными мужчина предложил в миграционной службе. В начале года гость из южной страны решил сменить гражданство, причем зафиксировать это документально. Собрал все справки и свидетельства и подал их в миграционную службу. В кипе необходимых бумаг бдительные сотрудники УФМС обнаружили поддельный сертификат о знании русского языка. О происхождении документа армянин врать не стал, мол, купил в метро за 2000 рублей. А чтобы вокруг подделки не поднимали шумиху, щедрый мужчина предложил 500 долларов. Однако работники УФМС к моменту передачи банкнот подтянули ФСБ. Силовики взяли любителя решать вопрос с деньгами с поличным.